Галина Новокрещенова из Абакана спрашивает, когда будет отремонтирована дорога под железнодорожным мостом по улице Фурманова. По слухам, ремонт дорожники должны были сделать еще в прошлом году, но ямы и колдобины здесь до сих пор. По информации управления коммунального хозяйства и транспорта Абакана, проход является скотопрогоном и не предназначен для пешеходов и автотранспорта. Кому он принадлежит, тоже не ясно. Мэрия говорит, что Красноярской железной дороги. Железнодорожники указывают на городские власти, поэтому вопрос по ремонту этой части дороги остается открытым.